10 секунд. Ой-ой-ой. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. А сьогодні поруч зі мною Олексій Шпак. Він фотограф, і ми його вітаємо з Днем фотографії. Всесвітній день фотографії відмічається щорічно 19 серпня. Але, як ми встигли з'ясувати до початку прес-конференції, що відмічається він декілька разів на рік. Але все одно ми вас вітаємо. І хочемо дізнатися, що ж таке цікавого у діяльності фотографа. Ми знаємо, що це творча професія, дуже цікава. Що особисто вас у цій професії так збентежило, що ви вирішили пов'язати з нею своє життя? Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу поздравити всіх зрителей, теж з Днем фотографа, тому що зараз фотографами являються практично всі. Є у нас куча смартфонів, фотоапаратів. Це стало дуже доступним. Тобто, коли-то фірма Kodak сказала: вы нажимаете на кнопку, остальное все делаем мы. Ну, вот, в общем-то, как бы так и получилось, что теперь это все очень просто. То есть, во всяком случае, вопросы техники уже не стоят так, как они стояли раньше, как надо было нам осваивать все эти мокрые столы и прочее, прочее, прочее. И что у нас о творческой фотографии? Вы конкретизируете вопрос. Потому что я пока говорил, я забыл, чем я. Як ви пов'язали своє життя? От хочу поговорити про особистий ваш досвід. Як ви вирішили стати взагалі фотографом, пов'язати своє життя з цією творчою професією? Ну, это вообще-то длинная история, как это получается. Получается и случайно, и получается, в общем-то, наверное, все запланировано в какой-то степени. То есть я раньше был музыкантом, выступал на сцене, а потом с музыкой произошли некие метаморфозы, когда мы дошли до такого профессионального уровня, когда мы даже перестали репетировать, когда мы просто собирались в кружок, вот, говорили, в какой тональности играем, какую песню, и просто вешали пачку там, да-да-да, ага, тум-ва-ва, все, три куплета, ты слова знаешь, так, ты поешь, мы попиваем, мы это самое, все, вышли на сцену, сыграли, и все отлично, все это самое. То есть это был как бы нормальный уровень профессионализма, но стало скучно. Вот, а коль стало скучно, то ансамбль у нас постоянно расширялся, музыкантов все больше и больше, и между ними тоже началась некая конкуренция. А тут это было, происходило в Иркутской области, в городе Бодайбово, в Сибири, в газете, в местной, единственной газете в том городке, заболел фотограф. И знакомый лицсотрудник попросил меня поехать на драгу. Золото моют, то есть это промышленная добыча золота. Говорит, потому что газета пустая, фотографий нет, ну давай мы что-то с тобой сделаем. И ты в конце концов, ты же не видел, что это такое. Поедем и посмотришь. То есть пощупаешь руками это все. Вот мы поехали, я сделал какой-то репортаж с этой драги. И отсюда пошло, поехало. Потом я там же, в Сибири, я вел фотокружок в Доме пионеров. Это была тоже такая вот штука интересная, потому что я, в общем-то, фотографию знал, ну, как любитель. А когда надо было преподавать детям, надо было уже какие-то системные знания. То есть я сначала готовил этот урок, учился сам и обучал детей. Вот как-то так. Потом переехал обратно сюда, в город Днепропетровск, потому что это тоже отдельная история, потому что ребята все остались там. А я, честно и откровенно, я не мог без Днепра. Вы знаете, даже будучи в Сибири, там великолепная река. Приток ее Витим, река. Говорят, что, кстати, что на этой реке снимали много фильмов исторических. Вот. Но дело в том, что там она все равно, вот знаете, как говорил Кучма, что Украина не Россия, так и Сибирь, это не Украина. Мне все время хотелось, не хотелось той реки, то есть та река все равно на какой-то, она интересная, она красивая, но она чужая. Мне так хотелось приехать на Днепр, сесть на берегу, опустить ноги в воду и смотреть вокруг. То есть она спокойная, неторопливая, а там тоже характер такой, надо куда-то бежать, что-то делать, что-то куда-то, что-то как-то суетиться, какое-то оно суетное было. А в Днепре все-таки все нормально, то есть есть время подумать, есть время поразмыслить. А я, в общем-то, человек такой тоже неторопливый, наверное, по натуре, потому что я, когда приехал сюда в Днепр, мне предлагали пойти работать в газету. Но газета, я уже поработал в газете, я знаю, что это такое, это надо быстренько все это снял, быстренько проявил, еще даже не успел понять, что ты сделал,
И уже надо эти фотографии давать в номер. Быстренько напечатал, быстренько отдал, а потом уже смотришь на результат своего труда. А я хотел все-таки это как-то системно к этому подходить. И была выставка моего учителя Жарикова, которого нет уже в живых. Он тогда делал первое, в принципе, это была первая цветная выставка в городе. Я когда увидел его, разыскал его, а там разыскал фотоклуб «Днепр», разыскал председателя фотоклуба «Днепр» Марлена Матуса. Вошел в этот клуб, ну и начал заниматься опять фотографией уже серьезно. И вот тогда и произошел поворот в художественную сторону фотографии. Потому что как бы желание было подспудное, но без соратников это плохо получается. Потому что на какие-то творческие аспекты меня тянуло все время. Я и пытался стихи слагать, и в театре играл. Ну, в общем, все время куда-то в какую-то творческую сторону меня заносило. И тут вот влетел в фотографии, и в фотографии остался. И так оно пошло, поехало. Потом появился фотоклуб при заводе ДЗМО. Потом я перешел работать во дворец Ильича. Во дворце Ильича был фотоклуб. И вот сейчас фотоклуб городской, который, в общем-то, не при ком, при городе, скажем так. Вот. Ну, а собираемся мы в историческом музее, поскольку я работаю в историческом музее, поэтому мы там и собираемся, там и ведем свою общественную деятельность. Ну, как-то так вот. Это основные какие-то, это начало. Ну, а дальше я не знаю, дальше надо опять задавать вопросы, я буду пытаться отвечать. Так, невеличкий екскурс у вашу діяльність, а розкажіть, можливо, якісь були такі цікаві моменти під час роботи, тому що досвід у вас величезний, 50 майже років діяльності у фотографії, якісь моменти, коли ви були у Сибірі, або коли от уже повернулися додому, цікаві історії з життя фотографа, отак давайте це назвемо. О, я даже не знаю, это надо посидеть и специально повспоминать, хотя, вы знаете, эти истории, они случаются все время, потому что, я вам скажу, что я вообще-то под эту профессию даже характер свой немножко переделывал, потому что человек, ну я, то есть мне ходить, допустим, там во фраке и в галстуке не совсем к лицу, то есть я ходил, как правило, то есть одевался, чтобы я прилично выглядел, то есть в каких-то джинсах, какая-то футболка. Но чтобы в этой одежде я мог спокойно залезть на чердак или спуститься в подвал, чтобы я не боялся, что я там выможусь, чтобы я мог продолжать работать и в то же время, чтобы я достаточно прилично выглядел на людях. Общение с людьми. Я как бы человек в какой-то степени, наверное, даже одинокий. То есть люблю быть сам себе, подумать, поразмыслить и так далее. Но, будучи фотографом, опять, фотография – это профессия такая общественная. То есть, если я фотографирую людей, или я куда-то еду, иду, мне приходится общаться с массой людей. И иногда времени на общение достаточно мало, и люди должны очень быстро начать мне доверять. Поэтому, в общем-то, я себя, в общем-то, как-то так и воспитал, чтобы я был, ну, не знаю, балагуром, чтобы легким был человеком. Ну, я, в общем-то, легкий, наверное, и есть. Вот. Но иногда вот такая кажущаяся бесшабашность, это, в общем-то, тоже своего рода, как бы я защищаюсь таким образом от вот этой вот внешней среды, потому что все равно все идет где-то там в глубине, все равно все это осознается, думается, сопоставляется и делаются какие-то выводы, из которых я уже как бы и делаю свои вот эти вещи, потому что художественная фотография, она в первую очередь все-таки подразумевает даже не знание, я имею в виду композицию, свет, цвет, а, наверное, все-таки именно художественная часть. Это не только фотографии касается, это и поэзии, и живописи. Это все-таки, наверное, психология, философия и вообще вот тот вот стержень, на который нанизано я человека, и когда ты читаешь настоящую поэзию, видишь настоящие картины, фильм, спектакль, понимаешь эту сверхзадачу и чувствуешь тот стержень, на котором нанизан этот изготовитель, то есть или режиссер, или фотограф, или художник, или поэт, это уже не важно. Но всегда за этим чувствуется личность. Вот это вот основа, потому что все остальное можно изучить. В конце концов,
Медведи учат ездить на велосипеде, но и на коньках кататься. Но балериной почему-то медведи не становятся. Это уже из серии шоу. Поэтому техника сейчас, тем более, когда существует интернет, в свободном доступе выложена куча фотокниг, куча учебников фотографии. Это все стало очень просто и достижимо. Потому что в то время, когда я этим занимался, мне очень хотелось пойти куда-то учиться. Но учиться, в общем-то, было идти некуда. То есть воспитывали, в общем-то, в лучшем случае, это на уровне училища, это фотографов для фотоателье. Ну и отдельные там, я не знаю, там в ВГИКе, это оператор фильмов. Ну там было, я знаю, там на весь Советский Союз 5-6 мест, то есть попасть туда практически невозможно было, потому что там уже заранее было все в какой-то степени распределено. Поэтому все, в общем-то, фотографы, которые состоялись, это, в общем-то, самоучки. І вчитися є де, і є чому, і є як, саме головне. У якому стані зараз взагалі знаходиться сучасна українська фотографія? Тому що, давайте про це поговоримо. Ми сказали, що дійсно фотографом зараз може назвати себе кожен. У всіх є або фотоапарат, або телефон з хорошою камерою, у вільному доступі і відеоуроки, і фотокниги. І кожен може з задоволенням просто почати називати себе фотографом. Але, на жаль, не у кожного виходить. І ось в якому взагалі зараз стані наша сучасна українська фотографія? Ви знаєте, все те, що робиться зі країною, все, що робиться з економікою, воно і на культурі теж відражається. В поганому стані, скажімо так. Чому в поганому? Тому що государству некогда займатися творчими людьми. Тобто, це плохо, я ж говорю, не тільки фотографія, і в живописі, и в поэзии, и вообще с поэтами, и с литераторами, я даже не знаю, а фотограф, допустим, может где-то какую-то халтуру найти, снять свадьбу, там детский сад, я не знаю, что это такое. Художник тоже может свою картину продать, а литераторы, то есть кто поэзию покупает, кто за нее платит, то есть надо искать меценатов. А это дело тоже не такое простое, потому что ко всему тому, что люди даже заработали деньги, это не всегда значит, что они эти деньги вот так разбрасывают и выдают на меценатов. Тем более, вы знаете, вся штука какая? Все фотография, она все-таки сама по себе, это творчество техническое в основе своей. А техническое творчество, оно и требует достаточно серьезных капитальных каких-то финансовых вложений. То есть сам фотоаппарат, объективы, они стоят денег. Ну, плюс хороший компьютер, естественно, надо. Вот, и место, где этим всем заниматься. Ну, это можно дома, ладно. А так, в общем-то, достаточно серьезно. Я знаю, вы знаете, опять-таки, даже знания и даже возможности финансовые, они не всегда помогают. Потому что на моей памяти было несколько человек, которые заработали денег, хорошо заработали, и говорят, ну уж, если я заработал вот достаточно много денег, то уж фотографию то я сделаю, будьте любезны. Они покупали себе очень дорогую технику. Я там, когда видел эти фотоаппараты, я просто делал, я понимал, что я такого фотоаппарата никогда не увижу, наверное. Вот. Они нанимали людей, которые обрабатывали эти фотографии. Плюс к этому они ехали, ну, например, в Карпаты, местные фотографы. Им показывали места, с которых, с точки, с которой можно снимать какие-то объекты. У них под домом, под гостиницей все время была машина с водителем, и как только случалась нормальная погода, та, которая надо, или утро, туман, там, восход и так далее, они сразу садились на машину, быстренько ехали, все это фотографировали и отдавали, опять-таки, этому оператору, не оператору, а обработчику, который обрабатывает, дизайнеру, может быть так. И они делали великолепные снимки, я имею в виду с точки зрения техники. И они выставлялись на выставках, то есть были, я участвовал в таких выставках коллективных, там, где и были эти люди. Конечно, фотографии с технической точки зрения, ну, где-то даже безукоризненные. Но вот того, что я говорил, вот того стержня, в общем-то, нет. Наверное, надо прожить жизнь какую-то, потому что я вот, вспоминая рассказ нашего легендарного фотографа Марлена Матуса, он когда пришел из армии, он познакомился с людьми, они на барже проплывали по всему Днепру, ну так вот,
то есть везли какой-то груш. И там, естественно, они приставали к каким-то берегам, возле каких-то сел, они ловили рыбу, они общались с людьми. То есть это была целая жизнь. Он себе устроил вот такую поездку специально для того, чтобы испытать вот какие-то вот такие неудобности или сложности, чтобы это все вошло в его суть. И это, в общем-то, было видно на фотографиях, что это человек непростой, что, в общем-то, там за этим внешним обликом стоит, в общем-то, очень серьезный человек, который и ранимый, и сильный, во всяком случае, художник. Вот как-то так. Вот это, наверное, основное, потому что я очень часто повторяю, допустим, на фотоклубе, когда мне говорят: «Ой, Алексей Алексеевич, нам бы такой фотоаппарат, как у вас», хотя у меня не самый лучший фотоаппарат, «мы бы уж такое сделали». Я говорю: «Ребята, милые мои, фотографию делают головой, а не фотоаппаратом. Если у вас там мало мегапикселей или объектив поплоше, вам это простят, если будет кадр, если в нем будет вот та вот составляющая, то, что и называется художественным». Ну, как-то так, наверное. Может быть, я чего-то забыл? Задайте еще наводящие вопросы. Я а хто входить до попробую складу, расширить это дело. До складу фотоклубу. Хто входить? Хто ці? Ой, люди самые разнообразные. Самые разнообразные. Есть и медики, есть просто инженеры. Кстати, больше всего входило, как ни странно, архитекторов. То есть их это интересует, и они, в общем-то, проходят у себя на кафедре то, что они там рисуют, там акварели, я не знаю, там чем-то еще, но они изучают это. То есть они более способны к творчеству, тем более, что они конструктивисты. А фотография, как я сказал, это, в общем-то, технический вид творчества. То есть он очень хорошо ложится на эту профессию, на архитекторов. Ну, тобто це будь-яка вікова категорія, як проходить, ви там зібрання ваше? Ограничений нет никаких, совершенно ограничений нет. Но, в общем-то, ценз людей где-то так 25, 45, 50, может быть, лет. Бывает, конечно, к нам ходили и старички, которые намного постарше меня, там под 70, под 80 лет. Бывает, приходят и дети. Но как-то они где-то потом растворяются, где-то исчезают. Тем более, что вы понимаете, фотография – это ведь штука какая. Я уже говорил или нет, что фотограф может быть волком-одиночкой. Пока мы слабы, фотографы, мы сбиваемся в кучу. То есть в данном случае фотоклуб. Мы поддерживаем друг друга, подсказываем. Потому что фотоклуб – это же не фотошкола. Мы там не изучаем, что такое диафрагма, как это все это делать. Мы говорим о вещах разных. Говорим о зубной боли. Говорим, я не знаю, о праздниках, о взаимоотношениях на работе, между людьми, о семейных каких-то проблемах. То есть, а вот это и есть составляющая художественной фотографии, составляющая творчества. То есть эмоция, самое главное. То, что люди определенные эмоции ощущают и каким-то образом пытаются их выдать на гора. А если еще и взять в то, что я ребятам, постоянно говорю: ребята, читайте поэзию, читайте хорошие книжки, смотрите хорошие фильмы. Это все подпитывает, и это все дает очень хороший толчок для того, чтобы у вас были настоящие фотографии. Чтобы это было, ну, без дураков. Потому что сейчас фотографий настолько много, что найти хорошую фотографию, допустим, даже в интернете, весьма проблематично, потому что за этим лесом и деревьев не видно. Потому что в основном, ну какие фотографии, вот тоже один из разговоров. Вот мне нравятся пейзажи, особенно закаты. И приносит мне закат. Вот смотри, какой закат. Ну действительно, закат чудесный, пейзаж хороший. Облака, рассвеченные солнцем, ну это просто какая-то сказка. Я задаю вопрос: да, классный пейзаж и так далее, а ты где здесь? Это природа сотворила, Господь Бог сотворил, я не знаю, кто это сделал, но это сделано без тебя. Ты-то что сделал? Ты где здесь есть в этом пейзаже, чтобы это было твое я, чтобы это была твоя точка зрения? Вот сюда надо смотреть, сюда идти, туда копать. Как-то так.
Насправді ще є дуже багато питань, і дуже шкода, що наш ефірний час добігає кінця, у нас він обмежений. Хотілося б ще поспілкуватися, я впевнена, у нас буде така можливість. Тому ми хочемо сказати нашим глядачам, які причетні до фотографії, які мають знайомих фотографів, обов'язково привітайте їх завтра, 19 серпня, з Всесвітнім днем фотографії. У нас у гостях був фотограф Олексій Шпак. Я вам дуже вдячна за цікаву розповіді з життя фотографа. Сподіваюся, що у нас дійсно буде ще можливість поспілкуватися. Ми вам бажаємо гарного дня, натхнення і до нових зустрічей на телеканалі «Відкритий». А нас уже